Я представитель Совета Дума с марта месяца по собранию, а перешли мы в рембыт-сервис в середине мая. До того мы были, жил сервис Керчь. Было очень много проблем нерешаемых, особенно в подвале. В подвале кругом все текло, все ливневки текли. Сколько мы не обращались к главному инженеру, нас где-то там планировали, но ничего не делали. При смене управляющей компании вышло полдома и сказали, мы идем только в рембыт-сервис. Это было условие. Почему? Вот было условие наших жителей. Поэтому на собрании все подписали, 75,5% людей все пошли в рембыт-сервис. И я думаю, что мы не прогадали, потому что мы сразу прошли все подвалы, все обозначили все течи. И вот уже за 2 месяца они сделали больше, чем те сделали, ну не буду говорить, какой период. Хочу сказать спасибо рембыт-сервису, они даже заплатили вперед эту сумму. Мы, конечно, эту сумму им вернем, но они 26 тысяч за нас заплатили на обслуживание и поверку счетчика, за что им очень большое спасибо. Сразу они зашли в подвал, где течи, они их убрали, потом поменяли вход холодной воды во весь дом, потому что там все было ржавое, все вот эти вентиля все были ржавые. Потом поменяли ливневку, потому что когда у нас хотя и дождей не было, но когда был один дождь, мы как раз в него спустились в подвал. Все ливневки текли прямо в подвал, и все было мокрое. Вот ливневка, видите, новая. Также и в третьем подъезде. Ну, еще осталось им там немножко поменять. Ну, 2 месяца – это очень маленький срок. Избавились от грызунов, которые бегали по мусоркам. От тараканов, конечно, еще было бы желательно избавиться, но они же у нас такие товарищи. От них тяжело избавиться. Ну, в общем, да. В общем, я думаю, что мы будем работать и дальше. Мы хотели бы сделать ремонт подъездов. Нам обещали в сентябре сделать ремонт одного, правда, подъезда. Но люди, я хотела сказать, что жители, видя какое рвение помощи от рембыт-сервиса, сами выходят, вот цветочки начали больше садить, подкрашивать что-то, ну, не ждать, когда все-таки у рембыт-сервиса тоже очень много домов, убирать, следить за порядком, не кидать мусор уже на этажах, потому что люди все хотят жить в чистоте. Людмила Ивановна, изменился ли тариф, когда вы вступили в новую компанию управляющую? Когда нам предложили вступить в рембыт-сервис, когда мы и сами туда пожелали, мы сказали, что у нас в жилсервисе был тариф 18-18. Управляющая компания сказала, ну, мы вам можем предложить 18.36. Ну, разницы нет, все люди согласны, поэтому никаких претензий нет. Проблем очень много, конечно, многое, что не делалось годами, многое, что новое. Вот. Но стараемся помочь. Вот. Очень много делаем уже наперед, независимо от того, что еще, скажем, деньги от жителей дома пока не поступили еще в достаточном количестве. Вот. Самые острые вопросы стараемся решать, но один из наиболее острых вопросов, он касается не только дома на улице Сморжевского 1, но и всего квартала, начиная от Кирова 93 и заканчивая Сморжевским, это вывоз крупногабаритного мусора. Так как жители платят за вывоз мусора региональному оператору, они к нам и обратились за разъяснениями, почему у нас постоянное накопление крупногабарита. На что мы дали полное разъяснение о том, что, к сожалению, рекоператор данные вопросы не решает. И это компетенция области департамента коммунального хозяйства. Мы обратились в администрацию с этим вопросом, понимание нашли, но пока, к сожалению, ну, вопрос обстал, так как отсутствие лодочек, для так называемых лодочек для сбора крупногабаритного мусора. Надеемся этот вопрос скоро решить. И, пользуясь случаем, хотел бы попросить еще раз администрацию обратить это, на этот вопрос такое неочередное внимание, так как в первом подъезде данного дома находится социальное учреждение для инвалидов. Особенно там люди очень сильно просят установку лодочки.